Здравствуйте, это дежурная группа. Меня зовут Екатерина Гринаш, оператор Денис Дымко, а также Маша, Миша и много маленьких детей. Мы в 235-м садике. Здесь, как и по всей стране, празднуют апрельскую неделю добра. И детей пришли поздравить работники компании «Русгидро». Отмечу, что это специализированный садик. И здесь воспитываются слабовидящие ребятишки. Они уже готовятся пойти в школу, поэтому им сегодня подарили много книжек. Книжки с таким волшебным карандашом, да, где можно приложить карандашик, картинки, и вам этот карандашик прочитает. О чем тут? Даже если ребенок не умеет читать. Всю ночь с незнакомкой. Говорящая книжка. Говорящая книжка, да. Вот оно какое добро, друзья. Большое, яркое, красочное. Неделя добра продолжается. Маша с Мишей дарят ребятишкам подарки. Ну и вы не забывайте, что тоже можете сделать доброе дело, порадовать родных и близких. А мы поехали дальше.